В этот раз ежегодный круглый стол под названием «Равные права, равные возможности» прошел в формате видеоконференции. Во главе с омбудсменом Владимиром Репиным участники рассмотрели моменты, которые пока не позволяют назвать среду в регионе на 100% доступной для всех. В частности, отметили проблему большинства многоэтажек. Зачастую такие дома попросту не оборудованы для комфортного проживания инвалидов. В результате жильцы становятся заложниками собственных квартир. Нередко запросам инвалидов не соответствует и общественный транспорт. Хорошо, что администрация области, администрация города прилагают усилия к тому, чтобы приобретать современные автобусы низкопольные, которые позволяют инвалидам беспрепятственно садиться в транспорт и выходить из него. Но, к сожалению, не все маршруты на сегодняшний день закрыты. Кроме того, если говорить о вопросах транспортной доступности, нельзя не сказать о улично-дорожной сети, который, к сожалению, тоже не в полной мере отвечает тем требованиям, которые предъявляются. Отмечу, что ежегодно к уполномоченному по правам человека области поступает больше 100 обращений от инвалидов по поводу доступности тех или иных объектов.